Показы проекта Long Fashion Weekend всегда проходят в необычных локациях, на очень интересных площадках. Сегодня мы в центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Пойдемте знакомиться с участниками. Все очень соскучились по офлайн-площадкам, по офлайн-встречам. Мы, конечно же, соблюдаем пандемические нормы, мы, конечно же, соблюдаем пандемическую рассадку, но при этом рады личной встрече. Очень здорово, что в этом году Long Fashion Weekend в таком замечательном месте. Это музей Южно-Уральской дороги. Дизайнеры сегодня готовили новые коллекции. Я уверена, что это будут какие-то уникальные луки, уникальные образы. Каждый раз дизайнеры представляют что-то новое. И, собственно, команда Long Fashion Weekend анонсировала всех дизайнеров в своих социальных аккаунтах в Instagram. Будет сегодня очень интересно и красиво. Главное, красиво. Наша коллекция специально была создана для Long Fashion Weekend. Она специально для уверенной, для сильной, независимой и в то же время одновременно современной женщины. Когда мы создаем наши коллекции, я вдохновляюсь, я смотрю и вдохновляюсь нашими женщинами. Сегодня вы увидите творческие мысли. У нас сегодня будет такой творческая коллаборация с Веленой. У нас будет певица, которая будет весь показ. Поэтому такой творческий союз именно про творческих людей. Мы учитываем потребности, то, что актуально в этом сезоне. И сегодня покажем новую коллекцию. За классику. Вот лично я люблю, что женщина, чтобы это классический костюм. Сегодня у нас будет черно-белая гамма в основном и немножко такой мистики. Коллекция у меня сейчас называется «Феникс», которая будет представлена сегодня. Дело в том, что буквально летом мы объявили о рестарте и перезапуске нашего бренда. И поэтому сегодня мы показываем моду совершенно без границ. То есть мы говорим о моде, о красоте женской без границ. И у нас коллекция идет от 42 до 62 размера, то есть совершенно для всех женщин. Поэтому я очень надеюсь, что зрители сегодня это оценят, насколько разная женская красота, насколько она неповторимая, насколько она уникальная. Именно об этом мы сегодня будем разговаривать в рамках LFW. Thank you.
Я очень люблю объемы, принты, смешивать разные фактуры, казалось бы, на первый взгляд, не совпадающие. Коллекцию представляю мост. Я ее также показывала на Mercedes-Benz Fashion Week. Здесь небольшой фрагмент. Очень рада быть здесь и очень благодарна городу и этому мероприятию, что пригласили, и есть возможность показать свою коллекцию. Представляю я коллекцию, называется она «Хруст гравия». Это о том, что мы проходим очень долгий путь за всю свою жизнь, и мы что-то приобретаем, что-то теряем. Коллекция использована несколько оттенков серого, черный глубокий в разных фактурах. И все это тихонько переходит в изумрудный и фисташково-зеленый, вроде как обновление. Так, у нас, смотрите, платья очень такие геометрических форм повторяют. Там есть и вытянутые формы, и более какие-то круглые. Хотелось добавить и геометричности, и какой-то женственности. А на сцене мы уже будем их расщеплять и показывать. Внутри яркие платья, то есть как бы оболочка у нас у всех, как бы одежда простая, но в душе-то мы все хотим быть и яркие, и своеобразные, и оригинальные. И поэтому вот коллекция украшений, несмотря на то, что получается у нас платья разноцветные, но есть и черные, украшения были сделаны в черно-белой гамме, чтобы это все смотрелось очень органично. Черный, глубокий черный и речной жемчуг для, ну, свежести. Творческие люди поняли сразу. Вы располагаетесь на местах. И с удовольствием расскажу спасибо нашему кругу. Моя коллекция закрывает показ Long Fashion Weekend. Посвящена она обряду, ритуалу, который у нас есть в Бурятии. Это ритуал «Восточный Новый год» проводится. Местные жители завязывают буддийские флаги под названием «Химарин» на деревья. Может быть, вы видели в интернете. На этих флагах пишутся молитвы. Ну, о том, чтобы все было хорошо, счастье, здоровье близким. И они вывешиваются на деревья или на деревянные жерди в определенном направлении ветра. И получается, что здесь три мира задействованы. Мир человека, потому что мы пишем свои желания. Мир природы, потому что мы вешаем это на деревья или жерди. И мир богов или духов, потому что мы, собственно, им адресуем наши молитвы. А ветер – это тот инструмент, за счет которого происходит связь этих миров. И этот праздник явился, я считаю, отличным подарком ко дню рождения Центра исторического наследия. А вчера ему исполнился первый год. Первый год! Спасибо за этот праздник!